Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Алекс Гниткин, и вы находитесь на канале «Ты все можешь». А на момент записи видео биткоин торгуется в районе 34 тысяч долларов, эфир торгуется в районе 2233 доллара и Binance Coin BNB 306 долларов. Индекс страха и жадности биткоина 29, что говорит нам о том, что постепенно инвесторы становятся все более жадными и откупают биткоин. Кстати, в одном из своих прошлых видео я говорил про крест смерти биткоина. Что это такое и чем он чреват? Обязательно посмотрите это видео и напишите свое мнение. Оно очень важное и полезное для вас, так как крест смерти — это не просто кликбейт, а реальная угроза стоимости биткоина. Что будет с биткоином в июле? Когда ждать рост биткоина? Биткоин вновь не смог преодолеть отметку в 36 тысяч долларов. Затем его курс откатился. Почему цена актива может упасть до 23 тысяч долларов, а в каком случае она может подняться до 47 тысяч долларов? Об этом сейчас, друзья, и поговорим. Поехали. В ночь на понедельник, 5 июля, курс биткоина достигал отметки почти в 36 тысяч долларов, после чего начал снижаться. По состоянию на вечер понедельника цена первой криптовалюты составляла 33,6 тысяч долларов. За прошедшие сутки она упала на 5%. Биткоин продолжает сохранять тенденцию на снижение. Следующие уровни 27 тысяч долларов и 23 тысячи долларов уверен CEO Zina Financial Systems Антон Кравченко. По его словам, скорость снижения значительно замедлилась, и рынок ждет точку разворота. Однако пока неизвестно, на каком уровне это произойдет. Противоположного мнения придерживается CEO криптобиржи Crypto.org Андрей Подолян, который не ждет обновления локального минимума по биткоину. Подолян считает, что некоторые крупные игроки уже накопили достаточный объем на покупку в зоне 30-33 тысячи долларов, и в июле при пробое 36 тысяч вверх должно развиваться мощное импульсное движение с первой целью в районе 40 тысяч 41 тысячи долларов и второй целью в районе 45-47 тысяч долларов. На этих отметках биткоин притормозит, и вероятно будет еще одна попытка сильного снижения. Отменой сценария для меня будет служить уход биткоина ниже 29 тысяч долларов, предупредил эксперт. Без поступления благоприятных сигналов крипторынок останется волатильным. Возможно, незначительные колебания как вверх, так и вниз, добавил руководитель аналитического департамента A-Markets Артем Деев. По его словам, одним из драйверов для краткосрочного роста с текущих 34,5 тысяч долларов до 37-38 тысяч долларов может стать информация из отчетов по рынку труда США или интерес к криптовалюте со стороны крупных инвесторов. Они пока сохраняют молчание, оценивая риски ужесточения законодательства в развитых странах. Например, государства могут пойти по примеру Китая, считает Деев. Лето – это период пониженной активности, поэтому директор финансовой компании Newsend Владимир Сметанин предположил, что в июле биткоин останется в коридоре 30-40 тысяч долларов, поскольку все позитивные и негативные новости уже отыграли. Ранее аналитический сервис Sentiment сообщил, что объем биткоинов на криптобиржах снизился до 6-месячного минимума. Аналитики считают, что это стоит рассматривать как многообещающий признак, который указывает на снижение риска более крупных продаж криптовалюты. Обычно снижение запасов биткоина на криптобиржах указывает на накопление цифровых монет крупными держателями, так называемыми китами. В июне аналитики Sentiment сообщали, что киты продолжают скупать криптовалюту. А я напомню вам, друзья, что с декабря 2020 по апрель 2021 года биткоин вырос на 229%. В середине апреля стоимость первой криптовалюты достигала исторического максимума на отметке 64,3 тысячи долларов. Затем котировки перешли к снижению. Эксперты объяснили, что мешает цифровой монете вернуться к укреплению и стремительному росту. В ближайшие недели значимого роста биткоина ждать не стоит. Об этом говорит директор сервиса обмена криптовалют AlphaCash Никита Сошников. Хешрейт, то есть объем вычислительной мощи, используемый для добычи биткоина, снизился более чем на 50%, и в ближайшее время этот показатель только начнет восстанавливаться. К росту крипторынок может вернуться не раньше осени, считает эксперт. Переезд майнеров из Китая, где несколько провинций уже ввели запрет на добычу цифровых активов, займет не один месяц. С октября и до конца года есть высокая вероятность, что биткоин вновь начнет расти, считает Сошников. Вероятность показать новую стадию роста, уверен эксперт. К католическому Рождеству монета вернется к отметкам 55-60 тысяч долларов, а при дополнительных драйверах роста дойдет до 80-90 тысяч долларов, отметил он. К концу года биткоин может подорожать до 50
50 тысяч долларов. Однако значительного роста с обновлением исторических максимумов ждать не стоит, считает ведущий аналитик 88.48 инвест Виктор Першиков. По его прогнозу, в ближайшее время курс криптовалюты может снизиться до 27-28 тысяч долларов, после чего начнется восстановление котировок. Бычий тренд возобновится после коррекции, однако значительный растущий тренд требует больше времени, с учетом того, что фундаментальные факторы сейчас давят на курс. Говорит эксперт. Обновление исторических максимумов, по мнению аналитика, произойдет либо уже весной следующего года, либо за полгода до следующего халвинга биткоина, который состоится в 2024 году. И опять же, друзья, что думаете вы по этому поводу и что вы делаете, продаете или закупаетесь биткоином? Альткоинами, напишите свое мнение в комментариях и посмотрите еще два классных видео. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезно. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал и репостите видео в поддержку канала. Вместе с вами мы быстро разбогатеем и станем миллионерами. Всего доброго, пока, друзья!